Дорогие друзья, перед началом просмотра видео подпишитесь на наш новый YouTube канал, ссылка в описании под этим роликом. Уже несколько дней находится в больнице в тяжелом состоянии известный российский певец Стас Пьеха. Видите, друзья, а вы об этом даже и не знали. Так произошло, что родственники до сих пор пытаются скрыть эту информацию от общественных СМИ, чтобы не появились фейковые новости. Оказывается, несколько дней назад Стас Пьеха был доставлен в больницу своими родственниками на личном автомобиле. Медики диагностировали у певца серьезное отравление медицинскими препаратами. Что за лекарство принимал Стас Пьеха, пока никто не говорит. Об этом вообще никто не рассказывает. Следите за нашим каналом, и уже в следующем выпуске, друзья, мы обязательно сообщим вам подробности того, что же произошло на самом деле со Стасом Пьехой. До скорой встречи на нашем канале.